Ассаламу алейкум, хабибати! Добро пожаловать на очередную реакцию араба. И сегодня мы смотрим Димаша. Знаете, что я обнаружил? Благодаря вам. То, что его имя... Шадин Мухаммад. Это значит, его зовут... Мухаммад. Значит, его имя... Мухаммад. А это значит то, что мы с ним можем быть братьями. А вдруг? И меня это радует. Абу Ахмед? И вот еще что. Я читаю все комментарии, и отвечаю, и общаюсь с вами под предыдущими видео. И когда вы смотрите на общее количество просмотров его видео, то тут явно что-то не так. Например, вот это видео. Там у нас чуть больше 15 миллионов просмотров. Вы думаете, это справедливо? Думаете, это все, чего он заслуживает? Я так не думаю. Я считаю, что мы должны распространять эти видео как можно больше. Этому парню нужно признание. Он заслуживает признания. Я думаю, что это в наших руках. Рассказать о нем друзьям, всем, кого мы знаем. Типа, послушайте вот это. И восхититесь невероятным голосом этого человека. Итак, давайте сделаем это вместе. Мы послушаем песню под названием «Опера 2». Я знаю, что сейчас произойдут две вещи. Я буду жестко ему завидовать, и я лишусь рассудка от того, какой же он все-таки удивительный. Ну что, поскакали? Как же интересно узнать, о чем он сейчас думает, в этот самый момент. О чем он мог бы тогда думать? Может быть, я не знаю, о чем он думает. Дом мой-то строит, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все. Какого Хусейна? Что это сейчас было? Да кто же ты такой? Вы знали, что здесь будет такое, и все равно порекомендовали вот эту песню. Боже Всевышний! What? 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 Вот это правильно! Thank you.
Он делает это без усилий. Он как киллер со сверхточным оружием. Мы уже сделали реакции на несколько видео Димаша, и я думаю, мы будем смотреть его вечно. Будем смотреть столько раз, сколько видео у него будет. Строго советую вам найти его видео и смотреть, и поделиться со своими друзьями. Ведь это потрясающее выступление, тем самым вы его поддержите. Он там уже вовсю развлекается. Боже, помилуй нас! У меня есть одна маленькая мечта. Если вы смотрели фильм «Пятый элемент», то там была эта оперная сцена. Вроде бы во время битвы. Я хотел бы, чтобы они пересняли этот фильм. Но чтобы там был Димаш вместо этой инопланетной оперной певицы. Ведь он этого заслуживает. Этот человек больше, чем сама жизнь. У него самый невероятный голос на нашей планете. Он заслуживает звездной славы. Он заслуживает сниматься в голливудских фильмах с Брюс Уиллисом. Кто есть помоложе вместо Брюса? Давай, Джоуи, это же твоя тема. Дэнни Девито. Нет, ну скажи же. Скала. Он же как молодой Брюс Уиллис. Итак, Скала и Димаш спасают вселенную. Димаш со своим сверхточным голосом, сверхточным оружием. Я бы посмотрел этот фильм. Этот человек больше, чем жизнь. Посмотрите каждое его видео. Мы оставим ссылку на оригинал в описании. Переходим, кликаем, смотрим. Если хотите поддержать наш канал, лайк, коммент и подписка. Как же славно это было. Мне аж не верится. Мы даже не поговорили о песне. Ну ладно, в следующий раз. Саламат. Вот такой вот голос Джоуи, который все выше и выше, и еще выше.